О метеопрогнозах на вторник расскажет вам Небесная канцелярия. Вас приветствую я и Рада, и наш спонсор – дискаунтер бытовой техники «Холодильник». В дискаунтерах «Холодильник» старую бытовую технику меняют на скидку, а крупную вывезут абсолютно бесплатно. С 6 по 19 февраля сдаем старую технику и получаем скидку до 15% при покупке новой. Наверное, в каждом доме есть старая ненужная бытовая техника. Меняйте ее на скидки в дискаунтерах «Холодильник». Дискаунтеры «Холодильник» – это большой выбор бытовой техники и товаров для дома. Вся техника абсолютно новая, с гарантией по очень приемлемым ценам и бесплатной доставкой в квартиру. Дискаунтер «Холодильник» в Северодвинске на Морском 49А ждет вас. Приходите в дискаунтеры «Холодильник». 14 февраля, по данным сайта Архангельского гидрометцентра, в Северодвинске ночью столбик термометра опустится до отметки минус 2 градуса, днем застынет у отметки 0, облачно и небольшие осадки. Ветер северо-западный, умеренный до 6 метров в секунду, атмосферное давление в течение дня будет расти и к вечеру составит 754 миллиметра ртутного столба. По народному календарю 14 февраля – день святого Трифона. В старину в это время праздновалось большое количество свадеб, потому что впереди Великий пост. Трифона считали покровителем супругов и семьи. И верили, даже птицы 14 февраля находят для себя пару. А по погоде примечали, если 14 февраля идет снег, погода будет дождливой всю весну. Наш спонсор – дискаунтер бытовой техники «Холодильник» приглашает вас за покупками с 6 по 19 февраля. Обменяйте старую бытовую технику на скидку 15%. Дискаунтер «Холодильник» в Северодвинске на Морском 49А. Я с вами прощаюсь, а «Вестник Северодвинска» продолжается.